Друзья, всем привет, это хорошее утро, ну и как мы обещали, мы переходим к зарядке, мы приветствуем наших коллег, и Игорь Шома здесь, и Наташа Степова, и Нина Манчинская вместе с нами, ну и, конечно же, под чутким присмотром фитнес-тренера Сергея Бандурко, кандидат мастера спорта по триатлону, жим лёжа, наш постоянный уже наставник спортивный. Сергей, здравствуйте! Привет, привет! Вы всем скажите, что мы просто в четырехкомнатной квартире рядом находимся. Просто думаешь, что... Ну, я так понимаю, что это не помеха для всех, изоляция, чтобы заниматься спортом. Можно же и в домашних условиях это делать, правильно? Настоящему воину ничего не мешает на самом деле, вообще. Самое главное — проснуться и встать с кровати, уже даже идти никуда не надо. Все, просто начинай что-то делать, и уже все получится. А нас побеспокоили, чтобы нам даже и прийти никуда не пришлось. Мы занимались прям дома. Отлично. Вот мы и проснулись. С чего начинаем? Начинаем с разминки шейного отдела позвоночника. Наклоны вперед 5 раз, наклоны в стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Плечевые суставы помахали. 1, 2, 3, 4, 5. Локти. 1, 2, 3, 4, 5. Кисти. Потянули вперед, потянули вверх, на носочки стали. И отсюда наклон вниз и вверх. Вниз, вверх, вниз и вверх. Покрутили тазом 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую. Ля, как прикольно. Прикольно получается. Игра какая-то. Да. Вот, да, отлично. Вот, коленные суставы тоже посгибали немного. Меня все время клиенты говорят: Сережа, а что ты там, почему ты их не напрягаешь? Мы пашем, потеем, а они там, ты их жалеешь, что ли, все время? Я говорю, ну как бы мне это. Они, короче, обижаются на меня, поэтому мне надо немного вас помучить. Ты не против? Чтобы все было по-детскому. Мы только вот. За. Отлично. Значит, мы сейчас сделаем 10 раз. Вот так прыгаем и пола касаемся. Давайте со мной. Каждой рукой. Поехали. Поехали. И... 2. Прыжком. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Отлично. Теперь просто в стороны прыгаем. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 приседаний, поехали. 1, 2. Что, нормально? Приседай. 4, я все вижу. 5. Я в соседней комнате, я сейчас приду. 6, 8, 9. Приседаем еще 10 раз тогда. 1. Пока мы все не сядем, будем все приседать. Сядьте, да, наверное? О, подышали. Хорошо, да? Супер. Как вообще день проходит? Кто чем занимается? Вы на работе. На работе. Я тоже на работе. Все время. Причем просыпались-то и на работе. Вот. Хорошо, подышали. Теперь становимся, руки вперед, лопатки сводим. Соединяем. Поехали. 10 раз. 1, 2, 3, 4. Лопатки хорошо соединяем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Вроде да, подышали, это, позарядились. Сейчас самое главное, потом пойти холодной водой прямо вот сюда вот. Налить воды, и можно даже поработать и поесть, а потом поспать. А потом опять поработать. Отличный план. Мне очень нравится. Мне тоже так нравится.
Сергей, пока у нас небольшая передышка, хотел спросить. Вот сейчас в интернете очень много различных челленджей появляется. Например, люди бегают по ступенькам в подъезде. Вообще, насколько это безопасно и как вы к этому относитесь? Это все индивидуально. Если у вас целые колени, то почему бы нет? Но тут самое главное внимательно, чтобы не споткнуться, потому что если споткнешься, то остановишься немного дальше. И непонятно, какими последствиями. Вот. Опять-таки подъезд – это закрытое пространство, там пыль. Ну, я бы рекомендовал ходить все-таки, не бегать, чтобы то есть, не хлопать, не поднимать все эти вещи вверх. А походить полезно, почему бы не подняться на 12 этаж и вниз не спуститься, тоже хорошо. Вот. У нас одна минута остается, Сереж, давайте какое-нибудь финальное классное упражнение. Поехали. Получается, вот сюда ногу поставили, раз, два, три, четыре, побежали, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще присели 10 раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, отлично! Отлично, спасибо большое, да, можно поаплодировать, потому что, как известно, любая, даже самая коротенькая зарядочка лучше, чем ничего. Совершенно верно. Особенно сейчас, когда мы целый день находимся дома. Поэтому занимайтесь спортом, присоединяйтесь обязательно к нашим зарядкам и делайте их вместе с нами, но мы вернемся совсем скоро. Спасибо большое, Сергей, друзья. Продолжайте смотреть Кубань-24, это хорошее утро, спортивное. Фу. Все, всем пока-пока. Пока!